Государственной Академии Искусств имени Закира Исмаилова. Мне очень приятно озвучить тот повод, по которому мы сегодня здесь собрались. Многие годы не появлялось новых произведений для домбры, написанными композиторами Башкортостана. И вот, наконец, появились новые, интересные, драгоценные произведения, написанные талантливыми, молодыми и маститыми композиторами нашей республики для этого прекрасного инструмента. Домбра – инструмент с интересным и полной историей, полной тайн и перипетий. Она была излюбленным инструментом скомороков, претерпела гонение и полное забвение. И вот, возрожденная в 1896 году, трехструнная домбра сегодня занимает свою особую нишу на концертной сцене. Инструмент подвластно выражение и яркого веселья, и лирической грусти. Красочные особенности инструмента композиторы Башкортостана с большой выдумкой и изюминкой воплотили в своих опусах. Сегодня вашему вниманию будет представлены новинки музыки для домбры. Особенно приятно, что все сочинения написаны современными композиторами Республики Башкортостан. Талантливые мастера звука представят каждый свое особое творческое видение домбры в плане музыкального языка. Позвольте представить вашему вниманию необычную пьесу «Сиирту», напев рассказ «Танго и пляска». Но для начала необходимо представить ее автора. Это кандидат искусствоведения, доцент, член Союза композиторов Российской Федерации и Республики Башкортостан, лауреат республиканских композиторских премий конкурса к 250-летию Салават Юлаева, Азамат Данилович Хасаншин. Итак, Азамат Хасаншин, напев рассказ «Танго и пляска», посвящается палестинскому музыканту, исполняющему на уде, Басуму Аль-Ашкару. Исполняет квартет народных инструментов в составе Ирина Логинова, Салават Халилов, Вадим Логинов, Владимир Прокофьев. Thank you.
Настало время представить автора следующей композиции. Член Союза композиторов Российской Федерации и Республики Башкортостан Фанил Рифович Ибрагимов.